Однообразие ландшафта Пионерского проспекта перестает быть унылым. Вместе с велосипедной дорожкой рождаются новые клумбы, на которых и цветники будут отличаться новыми растениями, кустарниками и деревьями. Ярко цветущие, непривычные для наших улиц южные растения украсят широкую полосу бывшего газона. Посадка цветов будет продолжаться и в мае. Эта широкомасштабная работа предусматривает высадку цветов самых разных сроков цветения на общей площади более 4000 квадратных метров. Для некоторых растений неожиданное понижение температуры во время закладки неприемлемо. Ну а розы под дождь – это к раннему цветению. От янтаря и до дельфинария по обе стороны нами высажено будет около 80 деревьев. Это уже высокие, большие, красивые клены шаровидной формы, краснолистные клены, сливописарди, церцы. Мы высаживаем 6000 саженцев розы. На Пионерский проспект по обе стороны будут они цвести все лето. Будут очень красивые расцветки, яркие. Также высажены уже канны, посажены. И еще будут посажены лиственные кустарники.